слова, начиная с налогового периода, следующего налогового периода, в котором имело место такое превышение. Это было бы разумно и не приводило бы к той двери, которая возможна. Но, кроме того, гипотетически можно, конечно, выставить еще и такую идею, если вот отталкиваться от того, к чему приводят обязанности по начислению за уплату НДС, это дополнительная работа, опять же, может быть, вообще, я не знаю, насколько просто, наверное, сильны в этом отношении, в том числе и законодательные инициативы, в части того, чтобы не выводить НДС для организации выполнения федерального бюджета, а если присмотреть ставку для применения для плательщиков, скажем так, и какую-то часть, как по некоторым налогам уже предусмотрен законопроектом, ее направлять непосредственно в федеральный бюджет. Конечно. Лучше бы. Скажем так, я думаю, что был бы и опыт, целый опыт в этом отношении. Просто там за счет дела. Но если, опять же, возвращаясь к преамбуле, к действительной записке, то... Спасибо. Уважаемые коллеги, есть вопросы, комментарии? Может, есть сферы бизнеса, которые могут что-то сказать? Рестораторы, может быть, есть услуги, социалка? Мне кажется, это сам все очень конкретно обозначил, а именно вы что хотите сказать. Проблемы, связанные с оздоровлением бизнеса, и напротив, нововведение, в первую очередь, нововведение по НДС,
задуматься о дроблении бизнесов, чтобы укладываться в эти 60 миллионов рублей и не платить НДС. Есть, наверное, отличная, да, страна. Здесь нужно отталкиваться от того, что впервые появляется на законодательном уровне, наконец-то, понятие дробления бизнеса. И это понятие, оно отличается от той трактовки, которую меня сейчас любили сегодня зачитать, то дробление бизнеса — это разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами, в отношении которых осуществляется контроль одними и теми же лицами, направленное исключительно и преимущественно на снижение стоимости налогов путем применения такими лицами специальных налоговых режимов. То есть если бизнес разделен на несколько ООО там, или ИП на специальных налоговых режимах, на упрощенке, да, там, на патенте возможно, то, соответственно, это считается дроблением бизнеса. Если брать трактовку, которую сейчас используют налоговые институты, это понятие намного шире. Оно связано, когда предприятия на общем режиме налогообложения могут использовать какие-то преференции. В частности, это для предприятий на общем режиме налогообложения входят в реестр субъектов малого и среднего бизнеса, получают пониженные тарифы по страховым взносам. Практика очень распространенная, что ИБС и налоговые органы производят вычисления соответственно налогов. То есть здесь как бы законодательство ограничивает только специальный налоговый режим. С точки зрения того, как это будет выглядеть на отделение, здесь важно отметить, что усиливается контроль с точки зрения налогового органов, они об этом заявляют, что начиная с 2025 года, 2025-2026 года будет активный контроль в этих вот ситуациях, связанных с разделением бизнеса. И в целом сейчас активна проработка, да, проверочный анализ в этой части ребенка. Что касается того, что предприниматели не начнут объявляться, а наоборот начнут дробиться, потому что вводят этот критерий 60 миллионов плюс НДС, часть предпринимателей, возможно, захочет дробиться, да, то есть, соответственно, для того, чтобы не платить налог на добавленную стоимость. Однако, я думаю, что это может оказаться совсем несообразным, так как эти вот критерии, которые у нас на сегодняшний день действуют, это 265 миллионов. Если разделить их, соответственно, на критерии 60, то там нужно почти 5 организаций или там, индивидуальных предпринимателей создавать, там, регистрировать, может оказаться существенно дороже. Но, однако, это исключено, потому что я знаю таких предпринимателей, которые очень сильно дробятся и на патентную систему налогообложения, а патентная система у нас как раз 60 миллионов. Вот в регионах я знаю, что есть истории, что там создают 20-30 ИП на патентных системах налогообложения. То есть это, конечно, не исключает фактор того, что кто-то будет дробиться. Но в целом статья, которая появляется, да, соответственно, она направлена на то, чтобы бороться с этим дроблением. И четко прописывают как раз-таки инструменты для вот этой вот амнистии. Если здесь брать аналогию амнистии капитала, которая у нас была в 4 волны, да, происходила. Первые 2 волны, они происходили вот как раз по аналогии с этой амнистией капитала, то есть можно было добровольно отчитаться, и, соответственно, если вы добровольно раскрываете имущество при амнистии капитала, которое у вас находится за границей, то оно не подлежало налогообложению, да, на НПЛ. Здесь такая же история. Если вы добровольно раскрываете карты, соответственно, в 2025-2026 годах, выявляете, что вот у вас есть дробление, переводите предприятие на общую систему налогообложения, да, в том формате, в котором она должна быть, соответственно, вопросы снимаются. Снимаются и за прошлые периоды, то есть за 2022-2024 годы налоговые органы не будут применять начисления ни доимки, ни штрафа. Это в случае добровольного раскрытия карты. Соответственно, сейчас у нас проходит множество проверок, да, по дроблению бизнеса. Если, соответственно, решение по ним еще не вступило в силу на момент официального опубликования этого уже закона, да, действующего, то налоговые органы приостанавливают его вступление. То есть, например, идет сейчас выездная налоговая проверка, решение не вступило в силу, а налоговый орган приостанавливает вступление решения на 2 года. Дает 2 года для того, чтобы обновиться. Если вы, соответственно, перестраиваете свою систему,
а в 2025-2026 году уже нет ситуации здравления, то вот те мероприятия, которые проводились, возможные перечисления, которые могли бы быть, их также, соответственно, законодатель нам, скажем так, прощает. С точки зрения, здесь множество расписывается нюансов, в какой момент появляются признаки давления, как, соответственно, на них реагировать, когда они будут вступать, когда они будут вступать в силу. Но самый главный ключевой фактор, если на протяжении 25-26 годов предприниматель объявляет свою сферу, уходя из давления бизнеса, будь то добровольное, будь то, соответственно, в рамках выездной налоговой проверки, то, соответственно, налоговый орган прощает ему вот эти вот, скажем так, недоимки и штрафы. Если же, соответственно, ситуация не меняется, то уже в 2027 году будут произведены доначисления за 5 лет, да, то есть 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, поскольку изменения не произошли, они, соответственно, может произойти доначисление в 2020 году. Кроме того, здесь важно быть с точки зрения привлечения ответственности, да, привлечения уголовной ответственности, здесь действуют такие же, соответственно, правила. То есть, соответственно, информация, следственные органы до вступления в силу решения передаваться не будет. Вот. С точки зрения, соответственно, того, как бизнесу поступать, некоторые предполагают, что будут объявлять часть бизнеса. Да, и, соответственно, в таком проекте тоже четко прописано, что если объявляется только часть бизнеса, например, там разделено на 10 ИП, а раскрыли карты там по 6 ИП, да, 4 ИП там решили, скажем так, не объявлять, то налоговый орган проводит проверку, соответственно, выявляет, если вот эти вот 4 ИП, которые налогоплательщик сам добровольно не раскрыл информацию, то по ним может произвести доначисление. То есть важно понимать, что если вы заявляете давление бизнеса, раскрываете свою структуру, то это будет подлежать проверке. И кроме того, если предприятие тоже реорганизуется, да, то есть, например, для него проходила проверка, соответственно, да, о том, что он является участником схемы давления бизнеса, решая вступать в процедуру реорганизации и ликвидации, то, соответственно, для него вот это вот приостановление по привлечению к ответственности, которое действовало, оно прекращает силу. Поэтому вот такие рекомендации, что в 2025-2026 году очень важно внимательно относиться к ликвидации, к действиям, которые предпринимаются, да, и пересмотреть вообще свою структуру. Потому что здесь очень важно произвести расчеты, да, с учетом того, что теперь критерии по упрощенке возрастают до 450 миллионов, да, предприятия, соответственно, по-другому будут попадать, смогут применять упрощенную систему налогообложения. С точки зрения численности, у нас критерий 130 человек могут сохраняться, да, то есть раньше 130 человек начинался повышенный тариф, сейчас 130 человек как-то так же сохраняется. Есть ряд предприятий, которые продолжают родиться по численности, да, то есть у них выручка меньше, но по численности они переваливают за этот показатель 130. И здесь вот хотелось бы, то есть у них и доходов не так много, но не приходится кризис из-за того, что специфика деятельности такая. Здесь вот хотелось все-таки вот этот вот аспект внести на рассмотрение, да, соответственно, пересмотреть. И следующий аспект — это относительно вопросы, нюансы, связанные с тем, что если предприниматель, да, условно, сейчас находится там, возьмем, 2 ВВП, у них выручка совокупная превышает 265 миллионов, допустим, 300 миллионов. А в следующем году, да, в 2025-2026 году, это, соответственно, уже входит в упрощенку, это критерий 300 миллионов. И как бы кажется, что их нужно объединять, да, эти два предприятия, потому что они, соответственно, имеют право существовать, потому что их общая выручка ниже установленная для лимитов на упрощенке, ниже 450. Но у нас законодатель говорит о том, что мы должны открыть карту и изменить свою структуру. А по факту структура не поменяется, да? То есть также два юрлица, в прошлом у них были признаки давления, потому что выручка превышала 300 миллионов рублей, а в текущем периоде, соответственно, вот это вот уже будет отсутствовать. И здесь вот такой вот, скажем так, лаг в этом законопроекте, который не
регулировать, что, как поступать в этой ситуации. Да? То есть вроде и структуру не понимают, но в прошлом было давление, а сейчас его нет. Да? Как вот здесь будут такие подходы, здесь не совсем понятно, не описано это, к сожалению. Да, наверное, вот краткая история такая, но вообще, если рассматривать тенденции, то все-таки количество выездных проверок сильно растет по дроблению бизнеса, но даже растет не количество выездных проверок, а очень активно проводится работа проверочного анализа, где, соответственно, налогоплательщикам предлагают добровольно раскрыть карты, сдать уточненки, соответственно, чтобы не приходить в свою налоговую проверку. Применяется активно налоговая реконструкция, да, вопросы дробления бизнеса, то есть налоговые органы этому вопросу уделяют большое внимание и в общепите, и во всех областях. Маленькое уточнение, вот вы говорите, раскрыться. Надо как-то вот документально явиться с повинной, заявить, что у меня было дробление, раскрыть на бумаге, какие-то конторы было, так сказать, дело. Или ты просто прекращаешь этим заниматься с Нового года по умолчанию, никаких документов никуда не подаешь, это дробится. Просто прекратил, стал работать через одну структуру и надеялся, что прошлый период для тебя как бы прощен. Или все-таки какая-то документальная явка с повинной в поздравлении? Документальная явка с повинной, ну, не предполагается, да, соответственно, если вы не знаете свою структуру бизнеса, что она переходит в одно юридическое лицо, и приходит проверка в 25-26 году, увидит, что вот раньше было 10 юридических лиц, а теперь одно юридическое лицо, то, соответственно, санкции к этому бизнесу не предъявляются. Спасибо. Уважаемые коллеги, вот здесь какие-то комментарии, вопросы к нашим специалистам, кто пользуется случаем, может задать. И... Пожалуйста, представьтесь. Я совершенно Белавушка, я вам не зовут. Я, может, внимательно слушала, хотела бы по налогу на прибыль немножко добавить, и по инфляционному предложению дать. По налогу на прибыль, сразу прошу прощения, если я не услышала, говорить. IT-компания, по-моему, вопрос, да, задавала. Налоговая ставка владения прекращается, будет 5%. То есть это я читала с ним, просто я не услышала. И второй вопрос, вот те инвесторы, которые сегодня в этих зонах, там особо комиссия была, по СЭРам у них сохраняется налоговая ставка по налогу на прибыль. Вот, это просто информация. По налогу, по НДФЛ, это предложение. Было выступление президента Союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, он предложил не 5-ступенчатую, как мы видим, да, предложил по НДФЛ, предложил 3-ступенчатую. У нас уже с 2021 года существует ставка 15% свыше 5 миллионов. Почему ее действительно сохранили? То есть вы правильно сказали, ведь вот в эти 2,4 миллиона попадет в основном этот средний класс, да, с доходами, понимаете, у всех это по двое, по трое, по четверо детей, и эти люди должны будут платить 15%. Почему не сохранить, как вот Александр Шохин предложил, с 5 миллионов до 50, по-моему, да, до 5 миллионов 15% он предложил, с 5 миллионов до 50 15% и свыше 50 миллионов 18%, то есть трехступенчатый. Почему бы остальным таким же ассоциациям, допустим, да, и малому среднему бизнесу не выйти с таким же предложением? Наверное, все-таки правительство послушает, если... Я не думаю, что крупные бизнесы они послушают, а если выйдет с этим предложением все-таки малый и средний бизнес, я думаю, все-таки здесь есть вероятность пересмотра вот, этой пятиступенчатой на трехступенчатую. Спасибо. Сейчас могут эти предложения и убедитесь. Я не могу присутствовать в тех структурах, которые мы только можем присоединиться. Ну вот поэтому предложение все-таки присоединиться к каким-то еще каким-то ассоциациям, только солнечным. Подойдет, мы подумаем, как ваше предложение на бумаге изложить еще. Наш пакет мы будем формировать, потом попробуем узнать. Иванович, можно уточняющий вопрос? Про льготы ТОСЭР, ОС и там СПИК, СЗПК понятно, а автоматизированный ВСН, наш эксперимент, он в силе, не в силе? Да, там он просто... в силе, его пока не трогают, даже пока не трогают патентную системного предложения. Но, как вы видите, упрощенство без МДС оставили тоже на уровне 60 миллионов. То есть сейчас три режима
А у ЗР патентная система и упрощение без НДС – это 60 миллионов рублей. На мой взгляд, честно говоря, у нас вообще понятие микробизнеса до 100 миллионов рублей. Откуда взяло 60 миллионов рублей? То есть часть микробизнеса у нас по одному режиму работает, другая часть микробизнеса по другому. Вообще логично, конечно, вот эти границы как минимум сделать 100 миллионов рублей, чтобы весь микробизнес пользовался этими преференциальными моментами. Я думаю, не 17%,